Но это только вроде. Я переживаю, что игра просто надоела. Пока не надоела, пока очень интересно. Но опасения такие есть. Что еще мне не нравится? Да вроде так как бы более-менее все. То есть просто, ну, вот есть моменты, которые я, может, не понимаю пока что, да? Вот. Кстати, я, кажется, выбил меч. Да, я выбил меч, причем неплохой. 14-18, кстати, очень-очень лучше моего. И вот внешне он изменился или нет? Давайте проверим. Понимаете, вот чего я и опасался. Хотя... А меч выглядит точно так же, да? Или что-то в нем мне казалось. Мне показалось ли иконка выглядит немного другой? Иконка у него другая. Гарда или яблоко там что ли отличается, но более золотое. Да нет, тот же самый. Тут просто есть такой вроде момент. Не из черной кожи, а из коричневой. Не-не, тут есть момент, внешность, да, вот это вот типа костюм, а это как бы броня. То есть, по идее, возможно. Я сейчас пытаюсь эту кнопку найти, не могу вспомнить. Это за кнопка. Ребят, да. Нужна помощь. Не знаю, встал в ступор. Уже минут 10. Квест был 9 уровня. Макс, ты, наверное, явно замучился с ним, потому что тут очень много людей. Вот. По квесту нужно что-то сделать 2 из 5. У меня, ну, 2 из 5. Потом было 0 из 5. Это сделано. И еще 0 из 5. Таких-то насадок убить. Эх, бил. Ну еще что тут надо сделать две вещи. То есть я не знаю. Посмотри, открой карту, у тебя должны быть кругляшки, ну то есть территории, да? Где выполнение, в другом месте. Да, где да, этого квеста. В другом я месте. На них. А? Я на них. Нет, а в другом месте нету, но только в одном. Покруто смотри на карте. Хотя да, есть маленькие такие, да? Да, 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 это вот оно. Все, я понял. Ставлю метку и туда. Все, спасибо, попробую. Да, вот это, кстати, интересно, что у них некоторые квесты, они разбросаны в разные части, а не то, что стандартно. Пришел в зону, все сделал, сдал. Пришел в зону, все сделал, сдал. Да. Ну, хардкорность. Просто... То есть тут тебе надо побегать, поискать. В этом есть какой-то свой даже интерес. Блин, господи, как налетели на меня эти трое вражеств. И они меня просто раскромсали за секунду. Третья моя смерть. Третья моя смерть. Так. Погодные условия, которые влияют на персы, есть такое, да. Да. Я воскрес, я где-то рядышком. Хорошо, отойдем с вами дорогу. Так. Какая конфигурация компа? Можно... Трафика. Конфигурация компа Intercore i7 процессор 3470K. Я думаю, лучше написать, нет? Да, чего я озвучу? 16 гигов оперативы, SSD-шки, видюшка 7600 GTX и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошел. Ой, я дурак. Что ты натворил? Сейчас ты увидишь. Ты вбежал туда, куда не надо было вбежать, да. И тебе стало больно? Да. Вот. Так, почему ты хочешь отключить тени? Ну, я никогда в игре на тени внимания не обращаю, а они жрут очень-очень много. Отключить тени, и FPS взлетит. То есть я понимаю, да, сейчас не 20, как пишет почему-то, но тем не менее, с FPS чуть меньше, чем вообще мог бы быть. Можно отключить тени, и будет получше. Ну, так. Не обязательно отключать, можно хотя бы уменьшить немножко. Или уменьшить. Ну, я вообще привык отключать. Так, Ну а как же реалистичность, там все дела? Не, без тени реалистично. Честно. Ищи в настройках графики, переводится как тени. Окей, сейчас посмотрим. Слушай, а сейчас в игре вечер, да? Или да, сколько да, вообще времени? Ну, в игре сейчас 12:33 ночи. Ночи, но при этом твоя явная такая тень прям на земле видна прям. Ну, луна. Луна видна?
сейчас луна посмотрим. Очень даже отражает, да? А мы, ну, звезды, причем так, знаешь, звезды, светлячки какие-то летают, еще что-то. Ну, то есть свет от чего-то есть определенно. Луну я, правда, не вижу. Так, ищи, ну, так, сейчас. Я отойду на 2 минутки, Макс. А? На 2 минутки отлучусь. Да, конечно, давай. Вот он. Что-то вот похоже. А, нет, это Игорь. А, вот, иди, черточка. Вот это вот, кажется, похоже вот этой тени. А, вот тени, точно, да? Это она? Нет, не совсем. Блин, тень какая. Не знаю. А настройки, они хрен его знает, какие-то почти что максимально. Кто-то синенький, кто-то не кто-то такой. Ладно, давайте почитаю, потом посмотрим с этими тенями. И тоже использую Google Translate Time, перейти настройки. Но... Этот меч я вдал, он дает плюс 5 точности, и погода не влияет на силу атаки. Окей. Естественно, она есть, ведь тут гринд мобов, а это наедает всегда. Да и нет игр, которые не наедают. Согласен. Вот меч очень дорого, поверь. Он стоит где-то 50к. Макс, призывай духа. Да, точно. Духа надо призывать вовсю. Я просто смотрел настройки и безопасно месяц. Так. Ребятушки, я вернулся. О, здравствуй, Женя. Что у тебя там? Все нормально, разрывы пропали. Всем добрый вечер. Нет еще. Так. А я не знаю, я отбегал. У меня тут тоже были разборки в Бронксе, так сказать. Для просвещенных. Провайду ездил. Провайдеру ездил. Не совсем. Все хорошо? Ну, несмотря на технические. Да, верно. Ну и хорошо. Да. Хоть и жду игру очень, не буду играть на корейском. И так на Диадаст, еще и на русском. Чипури сделай. Окей, нет, ниже. Да, это она. Ой, да, это она? Как кто-то мне сказал. Фронт, точнее, мне сказал. Вот это вот она, скорее всего. Привет, Фрон. Привет, ребята. Еще раз. Привет. Как давно вы советовали нашим зрителям подписаться? Вот никак не советовали, да. И пришел. Да, вот ребятки, пока тебя ждали. Не забываем подписываться. Эдик, привет. А что это? Не понимаю, что из этого это оно, да. Сейчас мы сбросим на стандарт. Игра немножко подвисла, это нормально. Во! Вот! Ничего себе! Только, по-моему, графика стала вообще ужасно. О боже мой! О боже, я сбросил на минималке, кажется, да, или что-то типа того, или нет. И он мне графика выдал... Графика стала а-ля Арчейдж. Графика стала, да. Ужас, нет, верните, выколите мои глаза, сделайте что-нибудь. Нет, я не хочу на это смотреть, я хочу смотреть нормально. 100. Зато 55 FPS. Да это... Нет, он показывает и 36, но... На самом деле... Я вообще не понимаю. Давайте попробуем.
Кстати, ребята, тени, да, они почти ничего не меняют, кроме как FPS. Ну да. То есть, как бы, тени можно отключать, в принципе, без страха потери какой-то графики. Нет, картинка-то, конечно, изменилась, но она стала какой-то вообще не настоящей, что ли, что-то типа там. Нет, вот так, конечно, нельзя. Ребят, давайте, наверное, перезапущу игру сейчас, перезапущу стрим как раз. Или просто перезапущу игру. Я никого не вижу. Буквально секундочку перезапущу игру. Я просто знаю, как там через лаунчер сбросить на настройки. Так. Сейчас. Ой. Этот меч очень дорого стоит, где-то 50к, окей, хорошо. Есть награждение, если не ошибаюсь. Угу. Так. И чё, где и как зарегаться? Не знаю языка. На Гохе, например, есть информация. Так. Это мне ВКонтакте что-то там пришло. Не пугайтесь. Вот, на ютубчике правильно. Человек говорит, толку с этих теней. Я всегда их отрубаю, все остальное ставлю на макс. Ну, в принципе, от них действительно никакого толка, по большому счету. Да. Да. Very low, very low. Так, нет, только мне 1080 надо. Фу, винду. Ай-2, вот оно стоит. Вот это вот я не знаю, что это. Но оно пусть стоит на медиуме. Так. Где и как так? Привет, привет. Няшку прокачать. А, по квесту он сам проводит. Так. Совсем все тени убрались, да. Это будет особое подземелье. Это вов. Верни обратно настройки. Сейчас, да, я вернул обратно настройки. Сейчас заодно посмотрим вообще, как оно и что оно. Так, посмотрим наш ОБС. Все нормально. Так, ОБС пока не получится. Ой. А ты на четвертом канале, Жень, да? Фанатус. Да. Я зайду на четвертый. Вот, да. Настройки вернулись. Все хорошо. Что там? Сколько нас там смотрят, слушают, ребят? М? Кто-нибудь? Есть снайпер там какой-нибудь, может... 58 человек. Что ж, сколько? Да. Какой пацан? У меня показывают, что 53. На Твиче? 58. Я просто только что обновил страницу. Ну, показывают 53. Ну ладно. Да, ребят, привет. Подожди, где 30? Я вообще не понимаю. Ты про Твич, Женя, наверное, про... Мы про одно и то же говорим. Про Твич? Ну, у меня сейчас в двух вкладках открыто. На одной 38, на другой 53. Вот так вот, такие бренды. А ютубчик? На ютубчике 11. Ладно. Так, ребят, вот вроде бы ничего не поменялось, но при этом что-то поменялось, и вроде тени убрались, да? Как это странно, но... Я не могу понять, они убрались, есть они. Я их не вижу, да? Например. Ну, ладно, хрен с ним. 45. Что с этим... Что с тобой не так, дружище? А, мне же теньку надо вызвать. Правильно? У меня, если что, пропали все комментарии, поэтому если кто-то что-то писал вот до этого момента, напишите еще раз, пожалуйста, ладно? Если вам не трудно. Я тут скрины нашел с периода настроек на русский. Кинуть. Найтер, ты там сильно... Ой, ты там сильно занят? Нет.
А можешь глянуть этот скрин? Да, кинь, пожалуйста, если не, не сложно. Ой. Да, было бы неплохо. Так, мне нужно вот этих вот сделать. Можешь кинуть в группу ВКонтакте, например. Или сюда, в Twitch, я просто не знаю, будет блокировать он, не будет ссылку. И вообще кинуть все. А вам там вообще как? Смотрибельно, слушабельно? Есть картинка? Сейчас есть картинка? Это. Какая? На Твиче есть картинка? Ну, изображение. Ну, в плане вообще, да. А, ну все. Там ничего не лагает, ничего не это самое. Ну, у меня по крайней мере нет. И общих настроек. Окей, хорошо. Не, мне графику... Жень, говори, говори. Я, кстати, до сих пор не могу понять, где. В смысле? Где это такое? Не Жень. А, нет, я понял. Вот, кстати, странно, они взяли цвет для текста на этой картинке. Зеленый? Да. Ну, как я понял, тебя? Откуда скинуто? Такое ощущение, что я в Fallout зашел. Куда? Fallout. Да, кстати, вот, вот. Уже это чем-то напомнил. Я не знаю, кто просто выбрал именно этот цвет, но он ужасен. В контрасте с задним фоном. Он нечитабелен, я бы так сказал. Ну, он трудно читабелен, это неудобно. Да. А так вообще потом глянь, они вроде действительно очень много. Да мне тени бы найти и все. Хотя только они интересуют, да? Да, да. Сейчас. Ой-ой, я сейчас, кажется, грибу по полной. Хотя вот тут какая-то магичка со мной бегает. Вроде... Вроде более-менее у нас неплохо получается, да? О, левел. Пила. Было это приятно. Так, нам вот это есть, окей. Кен and Бит Бун. Кенум and Бит Бун. Да вполне приятно, все хорошо. Чуть тише игру. Чуть тише игру. Да, сейчас сделаем чуть тише игру. С настройками подсказать, где там звук, или ты сам уже знаешь? Да я через микшер. А, хорошо. Так, наверное, получше, да? Ну, чуть-чуть снизил. Ребят, для тех, кто еще... Ой, блин, господи. Для тех, кто еще, мало ли, не слышал, недавно подключился... Я напомню, попрошу вас, подпишитесь, пожалуйста, на Twitch канал, на группу ВКонтакте, на YouTube, чтобы быть в курсе всех событий, всех вещаний, всего остального, потому что стримим мы много чего, часто, разные стримеры, команда большая, интересная, игры разные, PlayStation, так далее, и не стоит забывать про то, что стрим вообще у нас возможен. Стрим у нас выходит при поддержке игрового информационно-игрового портала gmg.ru. Ссылка есть в описании. У-ху-ху. Зайдите, посмотрите. Лишним точно не будет. А тем временем 16 уровень. 16 уровень. И корейцы что-то начали шалить. Так, чё ты как? Да я-то нормально. А ты как? Да это уже ничего. И вон и Женя. Уже ничего. Ой.
подустал, конечно, чуть-чуть. Хочется ПВП, но, блин, неужели ПВП только 40 уровня? Я не переживу этого. Не подпишусь, Никс. Ну и не подписывайся. Вот, не будешь в курсе всех событий. Вот так. Ладно, шучу. Смотрим стрим именно Black Desert. Но стрим Black Desert как бы 24 часа в сутки невозможно стримить. К сожалению. Поэтому пока кого-то из нас нету, стримит кто-то другой. Кто-то другой не всегда может стримить Black Desert на Twitch, например. Еще 4 левела и за лошадкой пойдем. Так, сколько уже денег? Сейчас посмотрим. Денег у нас 4700. Лосо стоит 1500. Нормально, денег хватит. Но у нас всякого хлама тут куча сейчас напададим. Будет клевые. Так, играй с ними. С кем? С кем с ними? С удовольствием поиграю. С кем? Скажи. И квест-то, кстати, на какой? На 17-й это уровень, ну ничего страшного. Нормально. А, Пити, это я тебе. Да, и Василий Путин. Спасибо большое за ссылочку. Поизучаем. Там, кстати, вот на этой ссылке в дисплее сеттингов все очень странно. То есть там есть все, полный экран, окно, расширение экрана, тряска камеры, размытость движений, качество, общее качество текстур, качество графики, глубина резкости, сглаживание, эффект крови, гамма, обратение ни слова. А может сглаживание поменять просто? Ну, можешь. Я вот не знаю, какой у меня стоит и на какой я поменяю. Нужно на корейском. Ладно, не будем экспериментировать. Ребят, вам как? Нормально? Картинка, качество, соотношение, баланс, картинка, производительность. Смотрибельно или химичить? Нам нужно 3-4 лассо. Да, примерно так и поступим. Я помню, что мне говорил, с первой попытки точно не получится. Вот. Так, нет, эти нам не нужны уже. Вот эти нам нужны еще. Там еще ниже скрин подсказывает фронт. Это. Так, как вы вообще играть с этими иероглифами? Да вот как-то играем. Не скажу, что очень плохо. Ну, да, я, конечно, хочу в этот момент умер. У корейцев не иероглифы, а буквы. О, как. Видите, корейцев не иероглифы, а буквы. Вот так вот. Ой, куда нас отбросило-то? Ну вот насчет говорят, что еще вроде скрины есть, но дальше там идут звуковые опции, игровые опции. Ну, не совсем то. Ну ладно, в принципе... Ты, конечно, потом глянь, может, я там что-то не заметил. Да но... ладно, ладно, пока внимание обращаем, я тут поумирал чуть-чуть, ничего страшного. Как вообще играется с этими иероглифами? Да нет, нормально играется, все интуитивно понятно. Ну, то есть, есть какие-то моменты, над которыми стоит поломать голову, но все остальное, например, все остальное легко достаточно делается. Вот. Так. Ну что, Максим, настройки более расширены. На тех скринах скрины, возможно, устаревшие настройки. Да, возможно, все-таки ОБТ добавили там туда-сюда. На уровне интуиции. Там даже, в принципе, сглаживание просто галочка. Вот либо есть, либо нет. Без выбора вообще.
Скоростные еще есть ниже. Так, это т-т-т-т. А, нет, сори, я только что видел тени, а потерял. Не, ниже только аудио настройки мышки. А смысл, когда есть только моноанглийском? Ну, в смысле, столько моноанглийском? World of Warcraft, Archeish, Aion, Lineage, Ragnarok, Vindictus, Skyforge. Что у нас там еще, как, который ты ждешь? А, ну Терра и этот, господи, Вова-убийца, как он там называется? Wildstar? Да, Wildstar. То есть, да, много игр. Играть неинтересно, скучно, и все надоели. Во все поиграл, во все надоели. Вот почему мы играем в Black Desert, и тем более на Корее. А почему вообще играем на Корее? Ну, чтобы вам показать, стоит игра того, чтобы ее ждать, или не стоит. Вы же можете повлиять прямым образом на разработку игры, там, участвуя в всяких группах ВКонтакте и прочих сайтах GameNet. Они очень слушают игроков. Так, Ultima, да, Ultima еще, конечно, но ну, это уж старенькая такая. Ну, вот, в принципе, для меня Black Desert, не знаю почему, является вот каким-то таким олицетворением Ultima, только с новой графикой и новым движком. Вот потому что по возможностям, вот он мне, вот первое, что мне вспоминается, это Ultima. Мне первое, что вспоминается, это Vindictus. Почему-то. Ну да ладно. Так, сейчас, секундочку. Терра, ну да, Терра не очень. Да, но нужно подтверждение, что ты кореец. Да, Корея. Подтверждаю, что кореец, и играешь свободно. Кто скажет про Darkfall? Кто у нас скажет про Darkfall? Я не скажу про Darkfall. Женя, может, скажет про Darkfall? Да, я умер. Я скажу про Darkfall. Что ты знаешь о Darkfall? Я ничего не знаю. Самое смешное, что я даже не могу вспомнить, что это за игра. Я определенно ее слышал, я определенно что-то о ней видел, но я не могу вспомнить, что это за игра. Так. Симка корейская, вроде еще и паспорт. Ну, да, там всякое разное, много чего. Сейчас мне надо торговца бы найти. Продать ему всякий хлам. Где у нас торговец? А ее норм игруля. Только со снайперами и т.д. фейл пошел. Ну, я не... Я поиграл в ее, но я просто не любитель игр. Хотел сказать, знаете, корейских игр. Корейских ММО, но смотря на что я сейчас играю. Нет, я вот не любитель таких стандартных всяких айонов, линеек и вот прочего. Ну, как-то вот не мое. Не мое, к сожалению. Или к счастью. Так, продадим. В общем, все. Глянул я Darkfall. Игра 2009 года. Честно говоря, прошла как-то мимо меня. Я даже вообще не в курсе. Никогда не слышал о ней, честно говоря. Я слышал, но я все равно не помню о ней ничего. Было бы сейчас забавно, если я на нее еще и обзор делал, да, а потом сказал, что я не играл. Ну, ну ладно. Ну продавайся. Продавайся. Так, нет, сначала надо одеть всякие ништяки, посмотреть. Что у нас там есть? Так, это нам не нужно, это нам не нужно. Не нужно, это нам не нужно, да. Мы продаем. Тут вот на Ютубе Макс спрашивает, ребятки, инфа про Руза БТ есть? Первый квартал 2015 года. Больше никакой информации нету ни у нас, ни геймера. Знали бы, сказали. Честно. Так. Твич лагает. Твич лагает? Нет. У меня включены на планшете и браузер, и, честно говоря, это не фронт. Заметил. Он пишет, может, я пропустил? Ой. Зеваю, извините, пожалуйста. Ой. Так, это у Фрона просто. Если у него начинается, то это плохо. Это очень плохо. Он тут нас уже смотрит со самого старта. Прям такой выдержанный. Человек. Так, попробуем сейчас наладить как-то отношения тут. Вот, кстати, взаимодействие с NPC, ну, какая-то уже есть разница, или там ты как-то по-разному
Я не знаю, ощутил ли ты, даже не понимая корейского, какие-то взаимоотношения? Да. Лучше там выполняешь квесты, делаешь вот такие вот штуки, как я сейчас делаю, ты сейчас увидишь там небольшой задержкой. И появляются новые квесты, там новые возможности, всякие разные новые, новые особенности. То есть чем лучше к тебе относится NPC, тем больше у тебя всяких разнообразных возможностей. Вот как-то так примерно. Так, не лагает. Это у Фрона. Так, аккаунт можно купить. Уже отвечал. Это отвечать, к сожалению, в эфире не могу. Так, это очень старый мод, судя по скринам. Угу. Я вроде корейского посмотрел. Тут все без него сидят. Так, не лагает. Здесь с последними событиями $10 многовато. Вот не от буду злого Лакоста самый, наверное, сейчас актуальный вопрос. Я так как раз зашел. Будет в игре элемент игры, как в Arcade с паками? Слышал про какие-то караваны. Эд, можешь ответить, знаешь? Ну, ты же вчера уже даже рассказывал. Ну, расскажи, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я рассказал? Да. В общем, тут немного будет отличаться та система. То есть разработчики не хотели, чтобы игроки зависели от фермы. Они решили сделать иначе. То есть на ферме, по сути, растить что-либо будет опционально. То есть в основном то, что будет выращиваться там, больше будет сфокусировано как бонус в прокачке, то есть, например, создание в дальнейшем бутылок. А заработок уже будет полностью независим от фермы. То есть в основном этот заработок будет идти даже не от твоего труда, а от труда твоих рабов, которые будут работать на плантациях, добывать ресурсы за тебя. Не-не-не, там почти денег не заработать. Вот поступила информация. Мне кажется, информация. Что если потом нормально прокачать этих NPC, они будут нормально так все-таки добывать. А им стоимость увеличили очень и срезали количество добывания. Ну, то есть на ОБТ или на Friend Family. Ну, мы протестируем еще. Мы это и на посмотрим. Что они сделали фокус сейчас тогда, получается? Как зарабатывать деньги? Ну, на что они экономику сейчас тогда сфокусировали? Если раньше было все-таки фокусировано на такой массовой добыче рабами... Нет, так добыча осталась, никто ж не спорит, просто... Да, но... Я могу купить ослика, он стоит 10 тысяч, но мне не хватает на него. Ну, так или иначе, караваны тут будут в разы интереснее, то что их можно будет грабануть. Это, кстати, круто. А, так, тут мои лошадки. Здесь это что-то, все какие-то штуки. Так. Ну ладно, я не знаю, с чего ты снимаешь. Не стримишь. А, да вебка обычная. Веб-камера. Как обычно, как залагало, так все. Паки есть. Паки есть, торговые пути своего рода. Я сейчас найду, наверное, кого-нибудь, да, вот. Надо правильно было, говорить. Кстати, потом разобраться и попробовать уже попускать какие-то караванчики. Да я думаю, да, уже в принципе возможно. Вот, нашел. Вот такие вот ходят, ну это торговец, да, это не совсем он, но они тоже вот груженные из города в город, или вот телеги, но это правда с этой телегой что-то произошло. А есть те, с которой не произошло. Вот. Как-то так. И если я не ошибаюсь, Макс, там можно будет именно составлять в парах караваны там сразу по 3-4 вести. Да, я да, ошибаюсь, конечно. Или нет? Конечно. В порядке, все точно так же, да? Да, можно. А, ослика покойства дадут бесплатно, клево. Давай еще и Жень дадут за чай, вместе мы будем ловить лошадей. Да, кстати, можно, почему нет? Я думаю, можно. Жень, как там у тебя успехи? Ну, я вроде как-то пытаюсь сделать все квесты. Ну, какой уровень? Уже десятенький. Хорош. Ну, там просто на каком-то моменте я попал в город и провел там очень-очень много времени. Что-то тыкался туда-сюда. Вот. Так что, Женя... Но это все-таки немного забавно выглядит, как лучница впритык стоит к мобу и просто стрела с одного метра отпускает. Мне лень уже. Мне просто лень уже двигаться, честно. Че, все, надоела игра? Нет, я просто... А как же там отпрыгнуть, там увернуться? Я в начале стрима это делал, я немножко устал. Вот сейчас пойдут посильнее мобы. Да, и тогда мне придется это делать, понимаешь, а тут зачем, если я его и так убиваю и не трачу банку даже на это.
Мне непонятно другое. Тут есть какие-то монстры, ну то есть мобы, да? Я их бью, а толку нет, они даже не реагируют. То есть они стоят бессмертные какие-то. Кто, кто? Лаги. Как выглядят? Да, как обычные выглядят. Ну, нет, ну примерно, пиши. Носатые такие, карлики какие-то, крысы. А, ну я понял. Ну, нет, скорее всего, либо лаги, либо просто, ну, забаговались они. Я тоже таких уже встречал несколько штук забагованных. Ну, тут вообще странные вещи. Здесь есть даже камни, которые в воздухе парят. Камни, которые в воздухе? Ну, пока бывает. Так, а ты пока, Макс, собирай деньги. Да я и так собираю. Вот, выполняю квесты потихонечку, собираю деньги. Я просто, нам в пати побегать, наверное, веселее даже будет, знаете? Поэтому, ну, сейчас у нас это еще скоро к нам подсоединится, да, это в игре. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Сегодня. Сегодня? Ну, вообще планировалось, да. Нет? Реально? Ну, ну, нет. Не реально? Сегодня. Нет. Печаль, беда. Ну, завтра-то точно. А завтра у нас что? Завтра у нас четверг, да? Угу. Нет, завтра, да, четверг. Правильно. Да, вполне возможно. А вот в пятницу и в субботу я вас точно покину, потому что у меня будет корпоратив, а потом настолочка. Как же было? Да, ребят, я выявил проблему. Не судьба мне поиграть с вами в Black Desert. Почему? Вообще никогда. Почему? Как только я захожу в игру, у меня слетает интернет. Как только у меня он слетает, игра вылетает, у меня интернет появляется обратно. Это какая-то магия. Подожди, так а у тебя DNS гугловский, да, прописано? Жень. Да. Так может надо, например, не гугловский. А, подожди! Так, я... может, надо, например, убрать его? Кстати, попробую, во-первых, его убрать. А во-вторых, мне кажется, есть идея, почему. Давайте, ребят, сейчас я вот доделаю вот этот квест и попробую помочь Жене с тем, чтобы он зашел в игру. Точнее, нет. Там на Даоми, когда логинишься, убери безопасность IP и что-то там туда-сюда. Понял, может, про что я может говорю? Они нас латышей просто не пускают? Да нет. Нету. Смотри, давай смотрим, взглянем в глаза статистики, как бы вот сейчас ты и Женя как бы с Россией, у вас все в порядке. А вот как бы Женя и вот он с Латвии, и у меня не все в порядке. По статистике 100% латышей из нас, то есть не могут зайти. VPN пусть сделает. Ну, с VPN, я думаю, у него будет еще все хуже. Вот. Сейчас мы теньку вызываем. Я тоже перерывчик небольшой. Вы пока можете Женю спокойно смотреть. Да? Мне дали шлем. А, я убрал DNS вообще, и теперь в игру вообще не заходит. Ну, ошибка, да? Ошибка, да? Это ожидаемо. Да, ошибка. Это ожидаемо, да. Все нормально. Мне так. Интересно, они каждую страну так в блок ставят? Да не ставят, нету никакого блока. Сейчас, ребят, давайте все, прервемся немного. Тени не убрал? Да я вот... А, да, я тени не убрал точно, вот они есть. Женя, все проще, у них просто вайтлист, скорее всего, на их айпишники. Да нету корейские. Ничего, там все нормально, господи, вы панику разводите. Так, ребят, пока смотрите, скинь, пожалуйста, если не трудно, ссылку на Женю. Вот, хорошо. Я ненадолго прервусь, помогу нашему Келевре. Вот, и мы снова вернемся минут через 20, да? Не расходитесь. Сейчас ставим на паузу. Нет, не ставим. Или ставим. Как мне поставить на паузу? Я не могу развернуться. Окей. Знаешь, что сделай? Что? Просто, короче, сделай новую сцену, поставь какую-нибудь любую картинку, типа... Да не, не, я просто оставлю музыку. Пере это сам. Пере. Сейчас, господи. Что ж ты не хочешь-то, а? Мобов очень мало. Да не, много. Просто там народу много. Ну, понятно, я и говорю, поэтому и мало. Врёшь опять через 5 минут. Да не, не, не. Вроде это из-за роутера, если Женя им пользуется. Кстати, вполне может быть, что у тебя там что-нибудь там прописано, не прописано. Роутер пользуюсь, да. А ты напрямую можешь подсоединить, например? Нет, это ком в другую комнату, а там нет столов и так далее.
секунду.